произошло такое чудо. Наконец-то в скуке на набережной появилось освещение. Горят фонари, народ гуляет, променад, новая набережная. Лето продолжается. Ждали реконструкции, финала реконструкции долго, сколько месяцев прошло. Да уже почти полтора месяца лета прошло, и тут наконец-то фонари. Может быть, они пару-тройку дней назад появились, но видите, об этом никто ничего не говорит, а это же радость какая, представляете? В начале лета дожди, комары, темнота на набережной, а теперь освещение, теперь красиво. Теперь в Судаке вполне нормальная, приличная, современная набережная. Вот так вот. Посмотрите, как она выглядит. Сейчас вам покажу. Пойдемте. Вот если западная часть, это вот, пожалуйста. А на восток фонарям вот. Вот они, фонари восточной части.